Шестилетний Ваня Панкратов из Калиновки первые шаги к большой мечте стать художником делает в центральной библиотеке. Сюда мальчик приходит, чтобы научиться красиво рисовать. Сегодня он разукрашивает магнит из дерева, а вообще в его коллекции уже не один десяток настоящих картин. Я думаю, что у меня есть такой талант художника, и я очень люблю рисовать картины. Из фантазии беру. А что тебя вдохновляет на новую картину? Все меня вдохновляет, даже мои родители. У него хорошее чувство цвета, он умеет как бы вот так делать, строить разные материалы строительных домики. Такая красота, что мне хочется всегда это сфотографировать и оставить на память. За успехами Вани следят бабушка и папа, которые тоже посетили мастер-класс. И таких семей немало. Библиотека становится центром притяжения как малышей, так и взрослых. Это отличный досуг для всех поколений. Марина Харламова пришла сюда со своими детьми Софией и Артемом. Нам всегда нравились мастер-классы, которые проходят в библиотеке. Мы частые гости, получаем большое удовольствие от творческого процесса. Мои дети всегда тоже участвуют, разные поделки. То есть мы приобретаем новые навыки для себя. Мастер-классы в библиотеке сотрудники Центра дополнительного образования «Энергия» стараются проводить каждый месяц. И всегда разные. Учеными доказано, кропотливая работа руками способствует умственному развитию детей, а творческий процесс помогает раскрыть их потенциал. Учатся смешивать краски. Я даю две краски, и они получают 2, 3, 4 краски, вида красок. То есть и плюс фантазии, они вспоминают, какого цвета белочка, где у нее желтенькая, где-то оранжевая. И если одни отдали предпочтение краскам, то другие пошли поучиться вышиванию осенних листьев шелковыми лентами. В результате у участников получилась стилизованная открытка ко дню учителя. Там остается местечко небольшое, где дети могут уже написать даже фломастером, что поздравляем там с днем учителя, например. Вышивают, как правило, вот все справляются. Мне это очень нравится. Нравится то, что я делаю это сама. И мне очень нравится, как это выглядит. Стать частью творческого процесса очень просто. С актуальной информацией о проведении новых мастер-классов можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях Центра по работе с молодежью «Энергия» и Центральной районной библиотеки. Хороший семейный досуг вам обеспечен. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Евгений Садовский. Видное ТВ.